Бедняжка и Вайн. Время рассказать, куда же мы с вами летим. Куда? А все довольно просто. Мы с вами летим, как в прошлом году, в Турцию на целую неделю. Я знаю. Ну что ж, давайте пойдем уже тогда собираться. Ну, мы, в принципе, уже собрались, так что можно просто идти на улицу, садиться в машину и ехать в аэропорт. А покушать? Конечно, будет покушать, не парьтесь. Сумочка, чемоданчик для очков VR. Все, давай, мы присели, и что, уже поехали? Да-да-да, все, мы, смотрите, уже едем тут. Скоро приедем. Ну как скоро? Довольно долгая поездочка нас ждет. Ну, будем останавливаться почаще, отдыхать, и все будет нормально. Самое главное, покушать. Согласен. Андрей старший, а машину водить сложно? Нет, не сложно. Ага, интересно. Ого, а мы на парковке, что ли? А зачем? А сейчас там мы просто бургеры покупаем. Ну, точнее, мама пошла нам покупать бургеры. О, круто! Ну, бургеры были зачетные. Согласна! Да, я, смотрите, я свой тоже уже скушал. Он был тоже вкусненьким очень. О, да, еще надо упаковки. И на вот мы едем, а я уже перекусить хочу. Вань, я 3 минуты назад! И что? Ну давай конфетки дам. Давай. Ух, как я сейчас перекушу. Так, давай я тебе сейчас открою пачечку и будешь кушать. Окей. Няшка, хочешь? Конечно хочу. Вот только посмотрите, какой странный ресторан. Мне кажется, этот гусяра за нами следит. А чё, Няшка там уснула? Ладно, а мы уже приехали? Нет. А сейчас мы уже приехали? Да какой мы на заправке сейчас стоим? Около Санкт-Петербурга, неподалеку. А там уже аэропорт. Понятно. Капец, мы долго едем. Зато мы вкусную котлетку с пирожками скушали. Вместе с Няшкой. Правда, она спит. Няшка, просыпайся, мы приехали в аэропорт. Неужели? Наконец-то! Ага, а есть самолетики там где-то? Не вижу. Ну и красота! Няшка, самолет летит! Ждем регистрацию. Ребята, мне Вайн и Няшка попросили передать то, что они очень боятся лететь, ведь это их второй полет вообще в жизни. Так что обязательно поддержите их лайком, подпиской и колокольчиком. Чемоданчик, пока. На чемоданчик клею специальную наклеечку, чтобы ее не потерять, и сейчас он будет уезжать. Регистрация пройдена, но теперь паспортный контроль. Все регистрации, все пройдено, идем кушать. Точнее, не кушать, а закупаться вкусняшками. Может, вот такой вот рюкзачок? Или вот такой? Вот эти вкусняшки? Или вот это? Не знаю, давай посмотрим. Виноград. Да, что такое? Возьми вот эти вкусняшки. Вот эти? Нет, вот эти. Окей. Еще нужно взять чупа-чупсы, ведь потом, когда мы будем садиться на самолете, будет закладывать уши. А ты будешь посасывать конфетку, и все будет нормально. Да, давай. Да, согласна. Вот такую пачку чупа-чупсиков. Согласна. Все, мы с Няшкой довольны. Да, Няшка? Идем на кассу. Черный русский мальчик заработал, капитанчик. Шоколадочку. Окей, Вайн. После этого мы присели ждать рейс в ресторане. И решили отведать конфетки. А потом настал тот самый момент. Ребята, мы уже идем в самолет. Все, ребята, мы уже сели в самолет, и мы сейчас будем летать. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Я, если честно, боюсь этого момента! Да я тоже вообще-то, Вайн! Ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо. Ой, Андрюмайн и Няшка еще спят.
надо бы чуть-чуть потише. Ребята, всем доброе утро. И вы только посмотрите на эту красоту из окошка. Жаль, что ребята спят и не могут на это посмотреть. Ну ладно, я думаю, они скоро проснутся и оценят. Я пока посижу, наверное, у окошка или пойду спать. Ой, Вань, ты что, уже не спишь, что ли? Ага, уже где-то часик сижу и смотрю в окошко. Доброе утро, раз ты проснулся. Ой, добренькое утречко. Ого, и вправду красивый вид из окна. Ой, кажись, няшка проснулась. Ой, ребята, доброе утречко. Вот это красота из окна. Ой, 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 страшно, я не могу. Ой, я глаза закрыла. Я не буду, я смотрю. Ой, ёлки-палки, вроде приземляемся. Да не кричите, все же нормально. Все, я вас обнял, все хорошо. Видите, мы уже идем на посадочку. Все окей. Ну, слушай, и правда эпично и прикольно. Все, можно глаза открывать? Да, да, открываю уже, няшка. Ой, и правда, более-менее уже все хорошо. Ого, что там за черные полосы были? Кто-то дрифтил, что ли, на самолете? Ха-ха, видимо. Несу пепси для Вайны, а няшка почему-то не захотела. После этого мы получили свой багаж, вышли из аэропорта, нашли наш автобус и поехали в отель. Мы приехали в отель и ждали, когда нам дадут ключик от номера. Еще мы сходили в бассейн. А потом мы пришли на горки. Андермен вот на те. Страшные. Вау, няшка, это было супер круто. Я с тобой полностью согласна. Ну что, ребята, мы, кстати, уже заселились в номер. Посмотрите. А теперь мы будем пить фанточку. Что ж, ребята, всем огромное спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Это был только первый влог из Турции, а значит, что в будущем будут выходить еще, и они будут не менее интересными. Ну а пока на этом все. Ставьте свой лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока!